крупногабаритный мусор, бытовые отходы, детские вещи, различные коробки, бутылки. Многометровая свалка, по словам местных жителей, не вывозится с прошлого года. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Местные жители надеются, что это крылатое выражение не станет девизом их двора в этом году. Потому что уже сейчас они негодуют от свалки, которая распространилась далеко за пределы мусорной площадки. Фотографии всего этого возле дома номер 49 на улице Стройкова рязанцы выложили в соцсети. Горожане заявляют, что ни региональный оператор «Экопронск», ни управляющая компания не желают решать вопрос по вывозу мусора. Первые туда проехать якобы просто не могут, а вторые просто разводят руками. Тем временем многие мусорные мешки, да и часть отходов уже примерзли к проезжей части, а самих баков практически не видно за горой мусора. Между тем местные жители продолжают оплачивать услугу, которая по факту не оказывается. А вот другие рязанцы решили свою проблему во дворах кардинально, правда, касается она уборки снега. В Недостоево люди объединились с управляющей компанией и помогли расчистить территорию. К сожалению, здесь на Стройково проблему с мусором так не решить. В отличие от снега, эти постновогодние горы не растают самостоятельно. Так что куда девать отходы, местные жители не знают. Поэтому и продолжают сваливать мусор в общую кучу. И очень надеются, что после того, как мусорная проблема будет освещена в СМИ, на нее обратят внимание. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».